Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей, и сегодня у нас видео будет такое продолжение нашей рубрики по интернет-магазинам, которые продают игры. Да, у нас уже есть видео на канале, посвященное Сахар Шоп магазину, и очень хорошо оно просто, я не знаю, ну, очень много набрало просмотров, да, очень много комментариев, и я думаю, многих людей мы спасли, да, от такой потери денег, я не знаю. Ну, в общем, многим, я думаю, наше видео помогло. И сегодня у нас на очереди магазин Games Bank. Сразу хочу вам сказать, мне никто ничего не платил, и создатели сайтов вообще, наверное, не в курсе, что есть такое видео, что я его снимаю. Я снимаю его потому, что вот именно вот этот магазин, я на нем очень много уже приобрел игр, даже правильнее сказать, аккаунтов игр, а не самих игр, хотя здесь есть как бы и игра, вернее, игры. И хочу вам сказать, что ни разу еще не было у меня испорченного, да, там, с какого-нибудь деактивированной игры, то есть я приобрел их, все они, все аккаунты работают, все игры реально, они там есть. И хочу вам сказать, что больше того, я покупал одну игру, а в аккаунте оказывается много очень хороших игр. Так, например, мы недавно разыгрывали Battlefield 4 за буквально за пару дней. И приобретая аккаунт, кстати, в этом магазине, его никто не предоставлял, я его приобретал. И стоил он здесь недорого, буквально что-то в районе 60 рублей, что ли. Цены меняются, кстати, очень часто. И в подарок давали еще Battlefield 3 премиум. Просто там реально написано, что все, что в подарок, вернее, все, что в комплекте, считается как бы бонусом. Ну вот сейчас вам хочу рассказать о положительных сторонах, да, этого сайта. Вот первое, что бросается в глаза, это простой дизайн. Хороший, понятный, четкий, никакой рекламы лишней, мусора нету. Нету вот таких игр, которые здесь не нужны, которых никто не покупает. И я не знаю, если как иногда в Steam заходишь, и там бывает просто, ну вот, по факту обращаешь внимание там на GTA, там, на The Crew, там, ну, когда она выходила еще. А вот все остальное просто, ну, оно тебя просто путает. Здесь этого нету. Это первое. Первый плюс. Второй плюс очень хороший. Это цены, реально. В общем, игра, допустим, Crysis, третий аккаунт от Original, стоит всего 10 рублей. Да, реально обычно 10 рублей, никакого развода нету. Реально рабочая игра вам вот, аккаунт от Original дается. То есть все написано четко и прозрачно. Интерфейс просто хороший, классный. Комментарии уже есть. В общем, здесь все написано реально. Покупаете аккаунт, в нем игра, заходите в аккаунт, скачивается игра, в общем, вернее, вы сами скачиваете как бы через аккаунт, и все, и пользуетесь. Допустим, я приобретал в этом магазине Crysis 3, я приобретал в этом магазине Дарь за отвагу, последнюю часть, я приобретал в этом магазине Need for Speed Rivals, причем я приобрел его, и у меня в аккаунте, ну, реально, все МФСки были, вообще все, как бы бонусы. Вот я приобретал Battlefield 4 для конкурса и приобрел недавно, допустим, GTA 5. Его уже здесь я не вижу, такой, который я приобретал. А нет, есть, вот, 250 рублей стоит. Я спокойно сменил ник, его можно менять раз в год. И, в общем, довольно давно уже просто режусь там GTA 5. Вообще все нормально пока. Ничего, никакой аккаунт еще не был деактивирован. Так, по оплате. Оплат тут очень много, реально. Вариантов на самом деле здесь много. Я покупаю через WebMoney. Тут все хорошо, нет никаких задержек. Вам сразу же здесь показан, то есть вы когда покупаете, переходите на страницу обратно, и здесь сразу же электронная почта, пароль. В общем, очень хороший магазин. Я его рекомендую всем, кто хочет приобрести аккаунт, не боясь за то, что, в общем, это будет какой-то ложовый аккаунт или не будет аккаунта вообще. Вот у меня пока не было
Реально, у меня пока не было такого, чтобы что-то не играло, что-то не включало, что-то не работало. В общем, я вот честно, вот, пока этот магазин для меня, он просто реально крут. Реально крут. По сравнению с Сахаршопом, я не знаю, это просто небо и земля, конечно. В общем, вот такой вот у нас магазин. В принципе, я все, что хотел сказать, сказал. И, в общем, смотрите сами, покупайте, тоже пишите комментарии, вдруг кому-то попадется реально. И, в общем, полезно будет узнать, подписывайте это. Будем, в общем, помогать, я не знаю, другим, чтобы они не покупали в магазинах, которые, в общем, кидают геймеров. Ну, вот сами видите, цены реально, реально низкие цены. В общем, следующим на очереди будет магазин Чипковского. Я, конечно, еще ничего не покупал, но надо будет приобрести, иначе это не дело. Ну, на этом все. С вами был Алексей. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно комментируйте видео, высказывайте свою точку зрения. Всем спасибо за внимание.